Первый национальный канал Белорусского радио дал старт прослушиваниям в рамках республиканского радиоконкурса «Молодые таленты Беларуси». Сыграть во втором туре смогли полсотни исполнителей от 10 до 12 лет. Зрители, они же авторитетное жюри, доценты высших учебных заведений и первые инструменты ведущих оркестров страны. Между собой соревнуются скрипка, фортепиано, гитара, виолончели и цимбалы. Как никогда широка география заявок, но в большинстве представители Минска и Могилева. Имена тех, кто попал в третий тур, опубликуют на сайте Белорусского радио завтра. Напомню, радиоконкурс пройдет в 11 раз. В эти минуты авторская группа агентства теленовостей готовит интригующую видеографию одного из престижных конкурсов страны. О принципе пиара без денег, беспощадном музыкальном сите, сложностях за эфиром и огранке сотни голосов. Подробности скоро в специальном репортаже.